За минувшие выходные в Хакасии случилось 12 пожаров. В субботу огнеборцев вызвали в село Подсинье Алтайского района тушить времянку. Внутри пожарные обнаружили мертвого мужчину. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения погибшего с огнем. В этот же день загорелась пятиэтажка в Черногорске. Пожар случился в квартире на третьем этаже. Когда огнеборцы прибыли, из окна вырывалось пламя, подъезд был сильно задымлен. Жильцов с верхних этажей пришлось эвакуировать. На ликвидацию пожара ушло около 2 часов. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Еще 5 пожаров в эти выходные случились из-за печного отопления. Горели дома в Саяногорске, Майна и Таштыпе, бани в Абакане и котельная в Черногорске. Во всех случаях никто не пострадал, а ликвидация возгорания заняла меньше часа. Кроме построек, горели в эти выходные и свалки. Тушить мусор пожарные выезжали 4 раза. Накануне в районе Потинских дач провалился подлет Nissan. Происшествие случилось на улице Береговая дачного общества «Островок». Напомню, лед здесь появился после потопления 31 января. Спасатели неоднократно предупреждали, проезд на машинах по затопленным улицам грозит провалом. Однако водителя Nissan это не остановило. Лед не выдержал, и неосторожный дачник застрял. Благо, на помощь подоспели отзывчивые абаканцы. Вытащить машину удалось с большим трудом. В городе Угольщиков поймали серийного подъездного вора. За 2 месяца житель Черногорска совершил около 10 краж. Угонял оставленные без присмотра детские коляски и велосипеды. Похищенное сразу продавал. Не спасали от краж ни домофоны, ни велосипедные тросы. Сейчас воришка заключен под стражу. Чтобы не стать жертвой подобных злоумышленников, полицейские настоятельно рекомендуют заносить имущество в квартиру.